А мне моя любимая сказала, что ты погибнешь в дебрях кабаков. Пошел я круто, прямым маршрутом по кабакам. Сижу и пиво желтое солю. Салют, сижу и пиво, желтое салют, а пиццу 150 салют. Она была капризная к тому же и холодна, как в стужу винегрет. Она имела для постели мужа, для утренних бесед пошел я круто, пока-пока, прямым маршрутом, пока-пока. Сижу и пиво желтое солю, официант 150 салют. Сижу и пиво желтое солю, официант 150 салют. Как бы гудит, как зала ожидания, хоть ожидать мне нечего давно. А что горело, конечно, перестань, и промелькнет, как кадр с кино. А пошел я круто! Прямым маршрутом, пока-пока. Сижу и пиво, желтое салют. Официант, 150 салют. Сижу и пиво, желтое салют. Официант, 150 салют. И бабочку, и галстук. Там не помню строчку. Да, но есть вариант другой. Дело в том, что эту песню я подцепил в Выборге, в лагере. Автор ее Виктор Соснора, если вы знаете. Поэт. Знаем. Поэт Божьей милости. Знаем. Вот, так, значит, он автор этой песни. То есть она, он мне в свое время подарил текст, но уже в виде песни я ее встретил на зоне в Выборге, в Выборгском замке. Ну вот там я подцепил эту мелодию, вот с тех пор и пою. Значит, там есть такой вариант. Пошел я круто, пока-пока, прямым маршрутом по ИТК. Пам-п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 ам